Привет! В этом видео мы расскажем, как снять деньги в Турции с карты без комиссии. Без процентов в Турции можно снять всего лишь в двух банках. Это Халкбанк и HSBC. Сейчас идем искать их банкоматы. Вот в этом банкомате Халкбанка можно снять деньги без комиссии. Мы так думаем, мы загуглили, сейчас проверим это. English. Password. Вот тут одна кнопка рабочая. Enter the cash advance amount you want to... Введите сумму. 350. 370 лир. Руки не забудь помыть потом. Так, 370, да. Хочешь чек? Да. Ладно, мы просто ни хрена не понимаем, поэтому нам нужен чек. Так, карта тиньковская. Покажи. Так, а ну-ка. 370 лир. Без комиссии. А теперь интересно, снялась комиссия? Как ты понял, что без комиссии? А откуда она снимется? Меньше бы выдалось. А у тебя там нет денег больше? Нет, по нулям. Ну давай проверим. Ну-ка, реально что ли без комиссии сняли? Ноль. Доступно. Охренеть, мы только что сняли в Турции деньги в лирах без комиссии. Я думаю, что под этим видео мы оставим ссылку на то, какая у нас карта в Тинькове, на банкомат, название банкомата, чтобы вы не искали. Мы сняли деньги без комиссии в Турции в банкомате Халфбанк с карты Тиньков. Если вы снимаете больше 3000 рублей, никакой комиссии не взимается. Вот так. Очень просто. Ставь лайкос, если полезно было. И будет. Будет, поэтому ставь лайкос.